Еще задачку по алгоритмам Давай. сегодня. Так, ну что у нас? Конверт. Да. Что там? Вот так, кстати, Да. прикольно переводить. Да, Что ну не нравится? отрицательное число. Напишите функцию toBinary, которая возвращает это число в двоичном формате. В двоичном формате. А что такое двоичный формат? Это вот это что ли? Единички-нолики? Да-да-да, это двоичная система числения. А это что, метод какой-то нужен, что ли, для этого? Первый раз такое. Да-да-да, вижу. да-да-да. Давайте искать. А, Двоичный метод, формат. получается, называется toString2. ToString 2? Что за метод Да, такой? получается, берем число. И к нему, получается, Что, решали задачу эту, что ли, прикручиваем уже? метод. Я подобное решал. ToString? Давайте. Давайте этот Да. метод сейчас посмотрим. ToString и в скобках пишем 2. А Но что при этом нужно такое 2? А что двоичная не 3? система. То А есть если 3 он. троичная система? И нужно еще поставить перед выражением плюс, потому что он вернет строку. Плюс то. Ага. Надо получить плюс n, n to string в скобках 2. Ага. String в Интересно. скобках. Интересно. Ну что, делаем вызов? Андрей, вызов-то не сделан еще. Угу. Что там у нас? 5? 2-2. 101. Ну, похоже. А, 5. Ага. 11. Интересно. 11.01. Да? Оно? Да, работает. Ну вот. Придется еще одну задачу решать. Ну и классно. Ну да, вот получается. А плюс это что такое вообще плюс? По идее, toString, он получается этот метод, он возвращает строку. Да, строку. А плюс он переводит, получается, строку в число. А, это типа number, что ли? Способ, да? Да, 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 да. Чтобы перевести, получается, в integer. Добавляешь плюс перед Какой строкой. какой красивый, изящный способ. Вот он есть. Ну вот еще parseInt. Угу. Да, там смотрю, кто-то вон он. Жухен. Жухен там полдня, наверное, сидел, да? Подал нормально. Любимый стрим. Молодец, давай, молодец. Давай пятерочку поставим Жухену. Не, не. Так. Что, давайте еще задачку. О чем мы так, Андрей, переключаемся? Мы же это вроде бы договорились. Вроде как да, то мы постоянно, да, эту фильтр ставим. Ну все. На полдня. Карусель. С интернетом? Да нет. Кудварсом. Кудварс.
не сохранилось. Не сохранилось. Почему? Фильтр? Да. Ну, понятное дело. Так. Что там еще решим? Century from E. Так, Андрей, в новой вкладке же надо открыть. Мы опять сейчас. Ну ладно, следующего вкладки забываем. Подпрыгивайте за обычных этих самых операций в браузере. Так. Так. То есть вот он получается... иногда переводит, а иногда не переводит. На странице. А у меня на странице сразу переводит в этом Safari. Странно. Получается, даунгоды нужно ввести, как на входе приходит год, получается. А на выходе нужно получить век. Какой век? То есть получается, если на конце нули, то это все еще получается предыдущий век. А если на конце уже там больше нуля, то это уже следующий идет век. То есть нужно сделать, получается, проверку на... Можно, наверное, тернарником сделать проверку. Идет, получается, у нас идет цифра, у нас на цифру сначала нужно перевести, наверное, скорее всего, в строку и сделать проверку. Проверку на что? Ну, если на конце есть ноль, то, получается, это есть текущий век будет, получается. Ну, а если не ноль будет? А если не ноль, то на один больше поставить, значит, тогда. Да не, подожди, просто 17. Нужно сделать, смотрите, если единицы, мы сделаем проверку на четность, нечетность. Вот и все. Или так. Не, отчетность. Не, отчетность, нечетность тут как бы не. Тут. То есть, по идее, нужно, получается, найти какую-то закономерность, по которой можно определить, будет вот этот, получается, век. Я так полагаю, что вот. Давайте сначала просто сделаем первое действие, то есть просто определим век. То есть нам нужно просто. Из года получать век, да, на 100 делить, правильно? Да. И тут получается, нужно вот, в чем есть подвох-то? В том, что получается, если тут на конце получается идет нули, значит, этот получается текущий получается век. А если там больше нуля на конце, то это уже получается идет как следующий век. Сначала уже новый век. Да, то есть может, тернариком, да. Делим, получается, на 100. Так, сейчас. А, подождите, делить на 100. Делить на 100 нужно в конце. Нет, в конце как раз нужно переводить в строку и 0 посмотреть. 0 или 0. А почему строку? А как еще? Ну вот я предложил, ну, четность, нечетность, типа 1701, может будет нечетность. Да. Но мы можем, подождите, а мы можем же получить у стринга четвертую цифру. Так вот я и говорю, что нужно перевести в стринг и четвертую цифру проверить просто. Да, все, четность, нечетность, скорее всего, тут не подойдет. Да, давайте. Переводим в стринг. Так, да нет, что вы там, Андрей, мутите? В одну строчку это все решается. Сразу же в return то пишите. Угу. А то как этот, сейчас, Хуан или кто там? Хуан Карлос Кастанеда. То есть это мы плюс можем, да, залететь, и у нас... Нет, это получается numbers будет, плюс-то.
toString метод нужно делать. Да, да, toString. Ер toString. Ну, вначале так к чему метод ер точка toString. Угу. Так, перевели. Теперь что делаем? Теперь мы добираемся до... До получать четвертого, это значит в квадратных скобках получается year to string. Четвертый сим, это получается три, тройка. Получатель вы наш. Вам бы в этот идти работать. Как он? В коллекторы. В коллекторы. Так, получается, вы нам должны... Большой трехметровый калькулятор. Так, ну что, year to string перевели. Yes. И нужно сейчас достучаться до, получается, четвертого символа. Если я правильно понимаю, давайте подискутируем. Сейчас вот таким методом to string, да, мы обращаемся к... к входящему параметру. Да. То есть у Ира сейчас пока еще нет метода toString. То есть надо toString по-другому, наверное, применять. Вот так вот. Чего? Что-то прослушали. Что вы делаете-то? Не-не, все нет, правильно было, Андрей. Ир toString. Да-да-да. Все правильно было. Андрей, кадр. Это же метод. У строки есть. У числа. А как такое может быть? Не-не, метод у числа. Да. Метод числа. Да. Давайте проверим, давайте проверим. Еще сейчас поймем его кадр. Ладно. Давайте, отправьте туда. В центре. Угу. Яндекс, возможен дождь. Так, 2000 отправляем. Ну да. Угу. Смотрим. Делаем машину времени. Вот, видите он? Да. Все работает. Да, теперь да, дальше. Теперь давайте проверим, сделать ear to string, и дальше, получается, поставьте квадратные скобки 3, тройку. То есть выдаст он нам последний символ, да. Угу. Выдал. О! Все. Вот, то есть теперь мы смотрим. До него достучаем и проверяем. Равен нулю. Да, ставим равно нулю. Если равно нулю, то, соответственно... Плюс 1, у нас получается... Ер делим на 100. Угу. В противном случае... Нет, если нулю, то получается плюс ер на 100 плюс 1 или нет? Подождите, если равен нулю... Если нулю, наоборот, просто на 100 делим. Делим на 100, не на 1000. Да, просто делим на 100, не на 1000. А если не равен, то делим на 100 и прибавляем 1. Да, 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 точно. А вот теперь смотрите, тут, кстати, видите, копипаст такой. Ну, давайте вначале проверим, а тут да, код давайте, можно давайте покрасивее сделать. Давайте. То есть тернарник можно ставить не здесь. Вот, 21 век, а ставьте, допустим, 2001. Вот. Не то. Не, подождите, потом получается, если 2000, то он должен вернуть, получается, 20 век. 2000, получается. 2001 это 21, то есть он должен вернуть 20... Ага. Да, то есть вначале... Давайте 2000 порядок приведем. 2000, да. Андрей, можете этот Яндекс закрыть? То он что там... Торчит. Подождите, а дело в том, что у нас-то получается же стринги, а там получается вы числа, может да, быть, да, из-за да, этого. Да, у нас же надо переводить просто там и все. Да, плюсик поставить, наверное, скорее всего. Вот так, да нет, подождите. У вас
проверка-то идет, а потом вы передаете это не string, вы число передаете. У нас, видите, число приходит, оно в конце логи желтого цвета, а string белого. Так что все нормально. Тут дело не в этом. А, ну, наверное, сам переводит, да, JavaScript? Почему? Вы что, не видите, куда что приходит? Это же проверка. Первое выражение — проверка. Мы ее преобразуем к строке, но мы не изменяем изначально это значение. Years, как был number, так и остался. Окей, да, понятно. Так, что у нас? Давайте 2000. А почему вот это вот 0.1 появляется? Что такое? Добрый вечер. Что это такое? Что за 0.1? Давайте с нулем проверим еще раз, что вот он выйдет с нулем. Не с нулем, все нормально. Что такое? Не, с нулем он почему-то 21 выводит. Хотя, по идее, должен выйти... Да, он 20 должен делать. Да, 20, а не 21. То есть 2000 это разделить на 100, у нас же сколько получается? 20 получается? Почему он 21 выводит? Да. Да. Вот. Что за полтергейст? Ноль поставьте, пожалуйста, Андрей. Давайте проверим. Куда ноль поставить? Что хотите? А мне все правильно вы сделали. Да, вот 2000 получим. То есть получается он 2000 делит на 100, получается 21. Ну, почему так? Что мы делаем? Равно нулю. 2002. А, все понял. Мы же его к строке преобразуем, а сравниваем с числом, поняли? Я говорю, что нужно тут снова его, получается, в плюс ставить перед ним и преобразовать в интеджер. Так? Выражение, да, это надо преобразовать потом в интеджер. Плюс поставить перед Е. Поставьте перед Е плюс. Да-да. Все, тогда это будет... Вот. А теперь 2001. Опа. А, в скобки. Он, подождите, что делает? Скобки надо поставить. Так. Не здесь, а дальше. Здесь. То есть, по идее, да. Только, ну, как бы, вначале, наверное, нужно выполнить деление, правильно? А потом сложение. Ну, по идее, так оно должно быть. По идее же, первое выполняется деление по математике, потом идет сложение, деление идет сначала. Так, странно, странно, почему это происходит? Мы 2001 делим на 100. Что получается у нас? 21 же, правильно? Подожди, а хочу как? Не получится 2001 разделить на 100. 21 не получится. Это получится нечетное число 2001-то. Там получается 20 соток и 1 единица. Подождите, надо не делить. Надо не делить, да-да-да. Надо умножить на 0,2, получается. Да? Либо можно просто обрезать, получается, те цифры. Все понятно. Нужно к целому привести. Вот здесь вот. Да. Здесь вот это вот деление, нужно еще матфлор какой-нибудь, да? Почему? Ну, округлить. Тогда оно будет округлять. Мы же сейчас округлять еще круче, вот так вот. Две тильды? Две тильды, да. Одна тильда. Давайте попробуем. Так, оп. Смотрим. Пок, минус 20. Две тильды. Сейчас, да. Оп. Все. Бинго. Ага. Да. Пробуем. Подождите. Знаете, что еще нужно сделать? У нас выражение, видите, такой идет копипаст. Вот это.
Да, видите, e делится на 100, делится на 100. Соответственно, по идее, выражение нужно делать тернарник. Не так. Давайте сделаем правильно. Сейчас. То есть вы имеете вот эту сотку как-то вынести, да, за пределы? Ну да, то есть видите, у нас don't repeat yourself опять, то есть мы как бы повторяемся. По идее, можем тернарник сделать внутри выражения. А смотрите, еще проверка получается, а если придет число до 100, нужно тоже для них, получается, отдельно еще придумать, потому что если придет, допустим, давайте проверим, 25, то что, 99, что будет тогда? Что это будет? Может, по идее, это же какой у нас век получается? Первый? Угу. Первый век? Все правильно? А если 100? Если 100, тоже один должен быть. Второй век? По идее, должен быть первый век. Ну да. То есть надо тоже еще это учесть. Вот плохая машина времени у нас. Можно так сбиться, улететь туда. Тогда надо будет, получается, проверять на последний символ, не на тройку, а на получается ear to string. Сколько должно быть, наверное, length минус один. Последний будет всегда символ. Да, да, да. Скорее всего, так будет поточнее. Точно, точно. Да, 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 да. Не, надо, получается, length сделать. Либо поставить, получается, ear. А есть возможность добраться до последнего? Ну, мы можем определить длину строки, правильно? Либо определить, да, сделать. И вот, получается, вместо тройки мы можем сделать... length минус один. Yes, length минус один, да. Может быть, также ear to string length минус один. Опять, нам надо, смотрите, во-первых, выражение надо уже вынести, вот это year to string, преобразование, вынести в отдельную переменную, потому что у нас, видите, копипаст начинается. Ну, давайте. Давайте сделаем переменную, мы преобразуем в начале к этому, к строке. С str, назовите переменную, str, угу. Здесь мы ее преобразовали. Все. Теперь вставляем сюда. Угу. А теперь в скобочках пишем str.length. Минус один. Точка length. Минус один, да. Все, мы будем добираться каждый раз до последнего символа. Да. Ну. Ну все, смотрим. О, первый век. 100. Так, 100 поставьте. Тоже первый, 101. О. 2, во, второй век пошел. Во. Ну все, решили. А ир на 100 еще хотели вынести отдельно? Ну тут какая абракадабра, так что давайте пока так тут. Запутаться можно. Давайте посмотрим, что там сделали наши коллеги. Вот этот способ с тильдой, конечно, мне очень нравится. Красота, да? О, а смотрите, расскажите, я вот не в курсе был про него. Это что за способ такой? Одна тильда, две тильды, что получается он? Это округление делает. Типа масс. Как там? Флор. Типа масс флора. Да. То есть он округляет, получается, до целых? Да. И в какую сторону? То есть? Меньше. Меньше? Да. Любое две будет. Тильды. Угу. А одна тильда? Угу. Так. Так. Давайте, подождите. Андрей, не спешите. Ожидается, смотрите, 67... 62,
Вот этот год давайте вставим. 67. А в другую сторону сделать округление можно. Вот это вот число вставим. Вот. Что за ошибка? Вот эти тоже говорит. Почему она возникает? Потому что нет округления, это до целого числа то идет, получается. Не округляет он почему-то. Округление да. до десятого, до десятых идет, получается. А нам нужно вот до целого числа округлять. Можешь попробовать тогда маф. Давайте попробуем. Маф раунд. Не сработало. Ну вот. Тоже не работает. Угу. Загадка, да? Почему все работает, а здесь не работает? Че, какие идеи? Есть метод еще то fixed. Че нам даст он? Он тоже округляет. То fixed. Да. А как его? Do fixed и выражение в скобки берешь. А получается число и точка to fixed вызываете. То есть... Странно, почему они округляют? Потому что мы делим на 100, да? Почему он прибавляет? Не понимаю. Вообще загадка для меня. А, кстати, мы не в правильном месте. To fix it, там, по-моему, еще нужно... Да-да-да, и плюс один-то надо поставить там, получается, ir, получается. А, ir разделить на 100, да, плюс один. Ага, сейчас. Нет. Не, подождите, это... Я уже понял, что это как-то в другом у нас. То есть, ну, можно вот это число нам тоже надо округлять, может быть. Или зачем его округлять? А если мы используем parseInt? Здесь? Ну да. Там получается по какому 67. Вот, то есть, по идее, это число должно подходить под 0. Вот, видите, это тоже нужно округлять, получается. А, все, получается, работа. Угу. Да, да, да. То есть все тут же получается нулем, все, не понятно. Проходит проверку. Короче, тут... у нас, да, все. Подождите, вот ошибка. Так, опять с нулем что-то. Смотрите, на конце ноль.
А кстати, а почему мы использовали string, а не остаток отделения? Мы же можем использовать выражение остаток отделения. Вот это вот не мудрить. И разделить, соответственно, на 100, во-первых, выражение сделать. Проверку. А почему мы минус 1 делаем? Потому что нам последний символ нужен. Да, мы отправляем последний символ. А, минус 1 это получается последний. Ну, потому что, да, длина получается, если, допустим, берешь строки, допустим, там идет 5 символов, а под номерами там каждый символ, он же с нуля начинается. Смотрите, 0, 1, 2, 3, 4. Где у нас цифра? 0. И последняя 0. Да. Именно 6 почему-то. Ну, так давайте вставим, посмотрим, почему так происходит. В этот. А именно где 0? Да, именно с нулем, то есть. И получается... Тут... А, ну если с нулем, мы же как раз проверяем на 0. То есть у нас получается выражение второе неправильно не отрабатывает. Последнее у нас все в порядке, да? Да. У нас выражение вот после вопроса неправильно работает. Да, то есть получается тут... И у нас на ожидается, получается, 90, допустим, 9594, а получается 9593. На 1 меньше то есть приходится здесь, у нас. На самом деле неправильно округляем, так? Я думаю, у нас проблема с выражением стринга. Вот это вот. Давайте, знаете, что сделаем? Остаток отделения, проверку. Вернемся, давайте, в этот, в JavaScript код. Там потестим. Сделаем... Вот эту вторую строчку полностью удаляем. Выражение тоже это удаляем. Вот здесь вот делим. Не надо к стринге приводить нам. Андрей, удалите, пожалуйста, выражение. Вот это. Вот это? Да, полностью, да. И здесь пишем year. Остаток отделения 100. Все, и у нас проверка это. И зачем нам к строке преобразовывать? То есть какая-то мудрёная. Вот. Теперь давайте сейчас сделаем true, false. Пока выражение удалим, чтобы не путаться нам. Удалим выражение. Какое? А, ну или в принципе мы можем проверить. Все, давайте проверяем. Что у нас получается? Сохраняем. Работает? Работает, но получается не то. Почему не то? Потому что 267-62 получилось. Или так и должно быть? Да, так и должно быть. Да. Все вставляем. У нас, короче, какая-то затык со стрингом, по ходу дела. Вот, все. Все. Так, а вот так, это вот приведение оно нужно? Да, конечно. Округление. Все, давайте смотрим, что там у нас. Ну все. Блин, вот. Да, что-то там началось. Из-за стринги, короче, мы... Она сбила, то есть с числами работать надо, а не с этими. Остаток отделения, мы же это уже знаем. Да, так я вам сразу предложу. Ага. Немного не так, да? Ну ничего, посмотрели неправильный путь, чтобы знать, как правильно делать. Этот. А что мы в одну строчку же можем это решить? Сразу же return. Убираем. О. Все. Сохраняем. Управляем.
Нормально, да? А давайте посмотрим, что за MavSale. Не знаю, такую штуку. Вообще, красавчики. Ну, а так и в жизни. Одну и ту же задачу можно решить несколькими путями. Ближайшее целое. Ну, там, я думаю, что сейчас мы увидим, как... Тильду тоже кто-нибудь. Давайте посмотрим. Ну, вот наш вариант. Вот парсель. Ага. О. Старая школа видна, вон КЛС, да? Тильда? Не Тильда, а два минуса. С ума сойти, это что за вообще за... И тут еще смотрите, какой вертикальный. Это кот из будущего, да? А еще какие варианты, дайте посмотрю. О, смотрите. Кто-то в нашем стиле решил. Ага. Арифметики. Логарифмики. Ну вот, конечно, MavSale, конечно, самый крутой вариант. То есть можно просто округлить к наибольшему и все. Число. А что такое, смотрите, Global? Это что он там делает такое? Global Mav. MavSale так называют. Такой тоже это вариант? Через глобальную переменную, что ли, получается? Что за это он написал там? Бывают же, да, варианты? Ну и что, все поняли теперь мы? Как наибольшему числу. Классно. Так, все. Все, всем спасибо за внимание. Камон. Счастливо. Через 15 минут начинаем React Native. До новых встреч. Угу.